Jump here to reach the armor. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня замечательный день, а именно 9 октября 2020 года открытие нового отеля, а именно Royal Hotel. И, конечно же, мы сейчас на данный момент зайдем и покажем вам этот прекрасный отель. С вами ваш покорный слуга Тимур Камалов и, конечно же, наша любимая организация «Цветочный дом Сирень». Мы доставляем радость, друзья. Мы доставляем радость. Ну что ж, дорогие друзья, вот уже нас встречают добрые люди, мы заходим внутрь. Итак, как видите, холл, очень красивый холл, Royal Hotel. Можете показать, Дорогие друзья, салон. Ресепшн, дорогие друзья. Итак, мы направляемся туда. Итак, как видите, тут номера уже начинаются, вот 106, 101 и так далее. И у нас есть место, где туристы отдыхают. А где они отдыхают, сейчас я вам покажу. Идемте на поближе. Вот это прекрасное место. Это где наши замечательные туристы, гости города Самарканда, которые приехали из разных городов, стран, отдыхают вот именно здесь. Вот это место тоже покажите. Как говорится, Wi-Fi, полный рост, любые программы не только нашего города Самарканда, но и всего мира. Поэтому мы продолжаем, мы идем дальше. Смотрите, открывается у нас вот такими прекрасными ключами, а именно ключи карточками. И как бы просто ставите, и он уже открывается. Мы заходим внутрь. Итак, наш, как говорится, замечательный номер. Как видите, специальные номера, у нас есть разные номера, люкс номер, есть для одиночных, для семейных. Постель, как видите, место для отдыха, телевизор, как говорится, у нас есть также уборная, а именно санузел наш, можете посмотреть, очень прекрасный, все в хорошем тонах, белых цветах, который поднимает настроение. Все одноразовое, как вы видите, и шампуни, и мыло, и зубные щетки. А здесь это у нас, значит, гардероб. Как видите, банные халаты, подушки, тапочки, все есть. Дальше, дорогие друзья, есть специальный сейф, где можно ставить, значит, свои драгоценности. И, конечно, это. А это самое главное, дорогие друзья, это, значит, для верующих, а именно для религиозных, кто читает намаз, есть чойнамаз. Ну, это бар. Как видите, у нас есть мини-холодильник, тут напитки и так далее. Итак, дорогие друзья, у нас, как говорится, вот как видите, телевизоры, все смарт-телевизоры, а именно подключено к интернету, свободно можно смотреть любые фильмы, мультики и так далее. Так что наслаждайтесь, мы поехали дальше. Дорогие друзья, мы вышли из номера, и для спортсменов, кто не любит лифт, есть лестница, но мы поедем на лифте. Как видите, пока что он на третьем этаже, спускается вниз к нам. Так, второй этаж. И Оля. На третьем, на четвертом. Ага. На загранице, первый этаж, это Grand Floor. Значит, смотрите, тут такое дело, что за границей это первый этаж считается самый верхний этаж, правильно? Это самый последний этаж, так получается. Первый этаж – Grand Floor. А, Grand Floor, первый этаж. Второй – это уже… Второй, третий, четвертый. Значит, третий этаж, по идее, четвертый этаж получается, да? Ну, мы давайте пойдем в ресторан. Мы сейчас поедем в ресторан. Как говорится, видите, тут шикарная атмосфера в лифте. Royal Hall
отель, турецкий лифт. На турецком написано отель. Отель, понятно, понятно. Ну, симпатичный, симпатичный лифтик. Самое главное, тут есть для, как видите, звонок. Все здесь предусмотрено. Самарканд. Как вы видите, дорогие друзья, сейчас на данный момент сейчас проходит ЗАГС, а именно ЗАГС жениха и невесты. Спокойно все могут, как говорится, проводить свои мероприятия. Номашон? Один из самых лучших диджеев города Самарканда, диджей Джей. Азиз. Ассаламу алейкум. Aziz Can Muftagi, İzlanamış Noftago. Benim de kasına bakalım. Работают все профессионалы, дорогие друзья. Халилов Продакшн, Флай Синема. Сейчас найдем. Итак. Royal Terrasa. Здесь на данный момент еще не готово, но пока что здесь будут, значит, ресторан, а именно на природе. Здесь будут стульчики, здесь будут разные живая музыка и так далее. Это все здесь. Это все здесь. А здесь мы сейчас находимся на крыше этого здания. Весь Самарканд виден. Очень красивый город наш Самарканд. Мы любим его. Дорогие друзья, если вдруг вы окажетесь в Самарканде, смело приходите в Royal Hotel, где вы можете насладиться замечательной природой города Самарканда с отличным обслуживанием и, конечно же, вкусной кухней. Мы не прощаемся, еще новые вещи мы вам покажем немного попозже. А так что, дорогие друзья, можете посмотреть на ЗАГС, там ведут ЗАГС. Ну, будет интересно. Уважаемые наши подписчики, мы сейчас находимся в центре города Самарканда, а именно в отеле, новом отеле Royal Hotel. Как видите, мы сейчас на последнем этаже, а именно Royal Terrace, а именно здесь у нас банкетный зал, где вы можете провести свои мероприятия, свадьбы, ЗАГС-пати, юбилеи и так далее. Давайте я вам покажу место. Заходим сюда. Приглашаем всех на ЗАГС-пати, на вечеринки, на свадьбы и дни рождения, юбилей и так далее. Приходите, и мы, как говорится, сделаем ваш праздник. Hey, what's up, everybody?